Всем привет, ребят! С вами я, Нурик. И в 2017 году Федор Комикс выпустил видео «Коллаб Рик и Морти». Там было очень много пасхалок. Ну, прям очень много пасхалок. Я сейчас их разберу. Спанч Боб и Патрик из мультфильма «Спанч Боб Сквепенс». Труба из культовых игр про Марио. Микеланджело из «Черепашек-ниндзя». Ну, мультфильм. Пикачу и пасхалка на Марио и Соника. Собака из «Утиной охоты». Танчик из одноименной игры. И Санс с Крипером. Флаг СССР. Кьюберт и Куб Компаньон. О, а вот полицейская будка из «Доктора Кто». Пасхалка на игру «Тетрис». Ну, там еще пролетает. Это отсылка на Кёрби из одноименной игры. И вот это вроде Полибиус. Отсылка на аниме Блич. Если честно, я его не смотрел. Здесь приставка «Дэхни». Это отсылка на «Дэнди». Это отсылка на злодеев из мультфильмов от компании «Дисней». Это я не знаю, что такое. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Огурцы из Советского Союза. Там водка и еще какой-то напиток. Здесь очень много отсылок на советские мультики, но я нашел только робо-зайца. Кстати, а вы знаете то, что в этом видео очень много пасхалок на СССР? Это отсылка на мультсериал «Самурай Джек». Это отсылка на серии игр Half-Life. Это отсылка на игру Portal от той же студии, что и сделала Half-Life. Это отсылка на игру Team Fortress 2. Это отсылка на игру Overwatch. Это отсылка на Фредди Крюгера, точнее на серию, в которой он был. Это отсылка на какое-то приложение, в котором можно рисовать и делать мультфильм. Это отсылка на хищник.
Это отсылка на фильм «Назад в будущее». Кстати, знаете интересный факт? Рик и Морти – это пародия на Дока и Марти. Ну, это были все пасхалки, которые я нашел. Если я не нашел еще какие-то, напишите в комментариях. Ну, спасибо за просмотр и всем пока. Надеюсь, вам понравилось видео.